Смотрите! Я выполнил сразу три какие-то челленджа! Смотрите, смотрите! 6000 опыта! Это рекорд! Я не верю моим глазам! Мать моя женщина! Здорово всем, ребята, Кентуга на проводе, и прямо сегодня мы узнаем, что же я получу в ММ за 1000 киллов. Тем более, ребятки, разработчики добавили новый ивент X2 XP, и тем более, очень скоро будет Хэллоуин обновление, потому, братва, прямо эту секундочку прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал, ну а мы переходим к первому режиму. Ну и конечно же, наш первый режим — это дуэль. Второй режим — это союзники. И третий режим — это ММ. Как же мне не терпится узнать, что же в итоге мы получим. Так, теперь самое главное, чтобы в режиме дуэль я заснайпился с моим подписчиком. Ё-моё, а чё тут никого нет? Чтобы понимали, я послал регион Сингапур, дабы 100% заснайпиться вместе с подписчиком. О, да, это он! Это мой маленький джент! А, ребят, если что, это фейковый джентльмен, наверное. Брат, или ты настоящий джентльмен? Алло, алло? Я не настоящий. Смысле? Я его сап. В смысле? Ты не настоящий? Подожди, а по голосу? Я буду настоящий, не? Ну я твой подписчик, я твой самый долгий подписчик. Брат, я первый вообще. Ой, брат, да. Ты как-то неприятном языке разговариваешь. Ты джентльмен настоящий или фейковый? Ну как сказать, я не настоящий джентльмен, но его сап и твой сап, я его смотрю. Подожди, брат, а кого любишь больше, говори сразу. Да. Красава! Все, братан, погнали! Ну что, ребятки! Да, сейчас великая битва. Брат, задача крайне проста. Ты просто подбегаешь на мид, и я ставлю тебе маслину. Это, ребятки, режим дуэль. Тут все будет максимально по-быстрому, максимально на опыте и максимально... Why so easy? Изи, каточка. Раунд номер 2 в этом раунде мы играем. Слушай, а давай я попробую садить 3 минуты керамбит. Просто каждый раунд я тебя буду садить на керамбит. Опа! Привет, Андрей! Кстати, на удивление, мы играем на районе Сингапур, но даже тут пинг очень даже приемлемый. Ну, 300 пинг, и меня вот реально, ну, в принципе, даже особо и не лагает. Вот смотрите, давай, родной, оп. Ну, смотрите. Ну, в принципе, очень даже играбельно. Потом, братва, переходите на район Сингапура. Так, ну что же, 3-0. Я думаю, этот первый режим будет максимально быстрый, потому что... Ну, потому что уже счет 3-0. Братик, а ты можешь мне бежать навстречу? Нет, я тебя не слышу, я тебя замьютил. Мне пишет джент. Ты меня слышишь, братик, замьютил тебя, потому что... Я видео снимаю, не разговариваю с тобой, дорогулечка, ты моя, понимаешь? Скамели на 500 голдишки меня. Брат, поверь мне, это все пыль. Опа! Ну что, ребята, как вы думаете, что же мы прямо сейчас получим? Как же мне не терпится. И мы, уважаемые леди и джентльмены, мы получаем... 43 ммр! Ошалеть, как круто! Я голд 2 в режиме дуэль! Я не верю моим глазам! Это прям очень круто! Ну а теперь самое главное, что же мы прямо сейчас получим? Так, братва, смотрим, 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 и я получаю прямо в эту секунду 600 опыта и... 20 серебра и все! Это вообще какое-то кидалово! Ладно, ребятки, прямо сейчас мы перемещаемся к режиму номер 2 под названием «Союзники». И вот она, каточка номер 2. Это, ребятки, союзники. Все, как вы любите. А вот тут-то, поверьте вы мне, точно будет куда уж интереснее, чем в режиме дуэль. Ну, потому что в режиме дуэль, ну, такое, братва, скукотища. Полетели. Ну что же, леди и джентльмены, у нас раунд номер 1. Мы играем за команду КТ. А это означает, что команде Т желательно ставить пачечку. Ну что, ребятки, пачечка стоит. У Кента ПК тоже стоит. USP, а это что вы подумали? Ребят, все нормально. Опа, опа, раз, опа, два. И Кентуха дефюзит. Как говорится, опыт не пропьешь, но попытки были. Изи, каточка, первый раунд за нами. Мы это сделали. Just do it, just do it. Уважаемые разработчики, если что, это не буст. И я очень сильно осуждаю бусты. Это просто... Little experiment. Understand me? Маленький экспериментик. Так, братва... Ставьте пачечку, и я иду выносить вам кабинеты. Прямо сейчас будет счет 2-0. Смотрите, ребята, изи. Здорово! Здоровенький булы. Опа. Хорошо-то как. 2-0.
Ну и по кому ты хэш кидаешь, а? Ты думал, я тебя не вижу? Хэштег Диланчик Бот. Ха-ха. Ребята, запомните имена этих героев. Это Олд и Радикс. Я думаю, вы их постоянно видите на моих стримах. Они сидят у меня на Твиче на стримах. Радикс вообще мой модератор. И они жертвы своим ЛМРом. Ребята, во благо науки. Поэтому я за это их очень сильно уважаю. Пацаны, вы тупо лучше. О, и давайте я сейчас вас попробую подорвать хаешкой. Раз, два, три. Раз, два, три. Пацаны, оп. И давайте. Давайте. Сюда, сюда. О, посмотри, как они смешно лежат. На расслабоне, на чили, так сказать. Ну что же, еще 3-0. И в этом раунде я предлагаю взять смок. А зачем мне смок? А я знаю зачем. А я знаю, я еще так по брейну буду играть. Оп, кидаю киберспортивный смок. Дальше, беру киберспортивную флешку. Дальше, беру киберспортивный молик. Ух, ничего себе жесткий. Встал пачечку. А где второй, где второй? Пацанам надо сгореть. А, второй вылетел. Вашу машу, братан, заходи быстрее. Ты чё? Олд, заходи. Ядрыть, колотить тебя за ногу. Ребят, обязательно прожимаем лайк, если нравится эта рубрика. Я уверен, она вам нравится. Ну, блин, ну, прям очень крутое видео. Тем более, сейчас добавили двойной опыт. Я думаю, это прям очень круто. Поэтому обязательно прожимаем лайки и подписываемся. И сразу отходи на молик. Беги на молик, беги на молик. Сзади молик. Давай, родненький, ты мой. Вашу машу, я сам сгорел! Братан, дефьюз. Это, конечно, вышел небольшой фейл. Вот это я молик кинул сильно, да? Оп. Пацаны. Ой, хорошо, минус 2. Эх, ребята. Вот бы я так играл бы всегда, да? Как сейчас, было бы прям супер круто. 54 очка. Ошалеть. Ну и прямо сейчас надо взять последний 8-й раунд за сторону Т. Я думаю, это будет максимально просто. Тем более, вы же знаете мои кондиции. Опа. Ребята, прямо сейчас мы все узнаем. Давайте смотреть, что же мы прямо в эту секундочку получим. Мне безумно интересно посмотреть, что же получим. Так, сколько ММР мне дадут? Первое, сколько ММР? Сколько? 45! Как же это много! 45 ММР! Ошалеть! Я просто в шоках! Как же это круто! Так, а теперь смотрим дальше. Самое ценное — это мои награды! У-у-у! И какую-то награду получил! Что мы получаем? 4500 опыта! Я не верю! Графти пак! Фрагмент бокс! Фрагмент бокс! Ошалеть, сколько серебра получил! Блин, это нереально круто! Ну а мы, ребята, перемещаемся к нашему последнему, завершающему режиму! Бу! Страшно? И мне страшно. Страшно от того, что ты до сих пор не знаешь про булдропщик, потому что на булдропщике вышло хэллоуинское обновление и добавили хэллоуинскую коллекцию кассиков. Посмотри на эту красоту, а? Также, братик, не надо забывать про лавку Мерлина. Открывай кассики, получай кровушку дракона и меняй лавки Мерлина на топовый труп. И, конечно же, бесплатные подарочки. Бесплатный сундучок, дальше бесплатная кровушка и бесплатный процентик. Все нужные ссылочки снизу, а мы идем дальше. И это наш третий режим! Леди и джентльмены, этот режим под названием соревновательный. Ну что же, let's go, let's giri. Прямо сейчас я собрал 10 человек, и мы узнаем, что же я получу в соревновательном режиме за 1000 кило. Let's go, let's giri! Погнали, нажимаем играть. Ребятки, ну что же, прямо сейчас... Да, вышло! Ух, мы заснайпились со вторым лобби. Так, пацаны, это вы? Дримикс, брат, это вы или не вы? Алло, брат, что молчишь? Это вы? Я подтвердил. А, ну так надо было сказать, а? Это я. Все, подтверждаем, подтверждаем, подтверждаем. Ну что же, братва, а у нас первый раунд. И прямо сейчас мы знаем, что же мы получим. Так, давайте так. В первом раунде я ничего покупать не буду. Я просто беру. О, смотрите, секретная анимация. А, не, показалось. Но почти секрет анимации. Ох, ребята, как же мне не терпится всем поставить жесткую смачную маслину! Так, ребятки, приветик, братик, опа! Опа!
Уважаемые разработчики, я вам не еще раз повторяю, это ни в коем случае не будет, мы его осуждаем, просто я супер жесткий. Брат, а ты стал пачка, я раздефюжу, чтобы получить больше очков. Какой же я долбанный гений! Давай, братанчик, ставим пачечку, и Кента ПК ее дефюзит. Хорошо-то как, ребята, как же это приятно. Это кто мне сел на голову? И ноги свесил, Рэймон, как тебе не стыдно? Так, ну что же, братва, также хотел бы, чтобы вы прямо сейчас запомнили имена этих героев, которые готовы пожертвовать своим ММРом во благо науки, во благо видоса, во благо Ютуба. Диланчик, Фриз, Ол, Хомячок и Китоп. Братва, я топо вами горжусь. Так, ну что же, в этом раунде я возьму Спасик и Диффуза. Так, братва, встречаемся на миду. Все на мид, все на мид, все... Я спас же купил, откуда у меня М16? Опа, так и один чел должен поставить пачечку. Диланчик, брат, давай ставь пачечку. Давай, родной, пошуровал, шевели своими хлебобулочными изделиями. Как же мне интересно посмотреть, что я получу. Да куда ты стреляешь? Джентик, ты что творишь, родной ты мой? Кстати, знаете, что я вспомнил? Что если мы будем кикать игроков, мы же будем получать больше ММР. Кикаем джента, братва. Кикаем всех по очереди, чтобы получить больше ММР, чтобы в итоге остался я один. Мне очень интересно посмотреть, что же в итоге мы получим. Джентик, брат, не обижайся, мы кикнем всех. Кто не подтвердил, братва, последний, подтвердите, пожалуйста. Ё-моё, кто-то не подтвердил. Ну ладно, ребята. Ладно, значит, кикать никого не будем. А давайте вы сейчас все станете в ряд, я вас чисто прострелом. Вот так в ряд. Вот. Чел с пачки, иди с топачку. Олд, иди с топачку. Ну наконец-таки! Кента ПК жестким прострелом делает минус 4! Опа! Нас огромный керамид голд садит 5-го! Легчайшая для величайшего! Изи каточка! Это маслятоменчики! Фу! Мы это сделали! Так, братва, давайте еще раз пробуем кого-то кикнуть. Я не знаю, почему не получается кикнуть. Пацаны, пожалуйста, голосуем за кик. Давайте опять попробуем. Так. Нажимаем принять. Так, ребятки, мы сейчас сделали новое голосование, дабы я получил больше ММР. Да, у нас вышло. Рэймон, брат, я тебя люблю. Так, пацаны, а кто пачечку ставит? Кто пачечку ставит? Кто пачечку? А пачечку ставит китопчик, так я понимаю. Ой, хорош. Слушайте, братва, давайте сразу с вами встретимся на пленту Б. Команда теров, давайте идите сразу на плент Б. И опять-таки запускаем голосование за кик нового игрока. Джен, брат, я тебя люблю, но, к сожалению... Надо. Все, Джентик, брат, мы тебя запомним героем. Так, пацаны? Эй, я говорю, на план Б все идем быстрее! Давай, опа, я буду вас всех на керыч садить. Опа, раз, опа, два, опа, три, опа, четыре, опа, пять! Ах, ребят... 70 очков, вот это я понимаю уровень. Хештег уровень. Ох, ребята, 7-0 и нас двое. Я вам отвечаю, мне нереально интересно посмотреть, что же в итоге мы получим. Так, давайте в этом раунде я возьму вообще берецы. И хаешку. Дабы система подумала, что я вообще полный нуб. Так, братва, ставим пачечку. Не стесняемся. И я потом попробую вас всех, пацаны, бабахнуть при помощи хаешки. Так. Ой, блин! Я случайно мискрикнул. Ставьте пачку. Пацаны, а теперь вот так это все делаем. Красиво. Вот так делаем красиво. Бабах! И контрольный. Что же думает прям сейчас... софт-система. Вот просто представьте ее лицо. У чела 40 кд, 120 очков. И нас двое всего лишь. Мне кажется, какой-то мировой рекорд. О, как же я надеюсь, что меня не забанят. Пожалуйста, уважаемый Аксель Болт, не баньте меня. Я ни в чем не виноват. Давай, ставь пачку. А вы все, пацаны, я считаю, молик, вам всем надо сейчас сгореть. Оп, умнички. Ох, ребят, они были хорошими противниками. 9-0, да! Ну что же, и прямо сейчас будет решающий раунд. И знаете, что вам скажу? Я не хочу получить бан, поэтому один раунд мне надо слить, дабы меня не забанила антисофт-система. Ай, хорошо так как. Опа, раз, опа, два. Давай, братик, чики-бомбони, опа, три. Давай, иди сюда, китопчик, я тебя видел, ты... Да блин, я должен был замочить тебя! Ну ладно, ничего страшного, дефюзьте. И в этом раунде я хочу всех замочить при помощи
АВМ. Одним патроном! Пятерых! Ох, я вам отвечаю, походу меня забанят все-таки. Так, ребятки, идем на плент Б. Встречаемся на пленту Б. Вот сейчас я хочу сделать минус 5. Не знаю, выйдет или нет. Давайте. Да-да, нет-нет. Да! И прямо сейчас мы узнаем, что же я получу! Как же это интересно! Смотрите, до этого у меня был ранг Сильвер 4. И я прямо в эту секунду получаю внимание! 66 ММР! Я не верю моим глазам! 66 ММР! И меня даже не забанили! Ошалеть! Так, сколько опыта? Что мы получим? Что мы получим? Смотрите! Я выполнил сразу три какие-то челленджа! Смотрите, смотрите! Она тупо не прекращает заканчиваться! Смотрите! И мы получим 6000 опыта! Это рекорд! Я не верю моим глазам! Мать моя женщина! Это что? Я получил абсолютно все награды! Ошалеть! A few moments later. Ребята, чтобы понимали, после этого видео я получил бан! Меня забанили! Это не шутка! Я в шоке! Ну что же, мои уважаемые подписчики, я не ожидал такого исхода, это реально очень круто. Поэтому, братва, прямо в эту секунду прожимаем лайк, обязательно подписываемся на мой канал и пишем любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока-пока! Подписывайся на мой ТГ, там халявный розыгрыш. Плюс прямо сейчас идет стрим на моем Твиче, переходи, подписывайся, ссылочка в описании. Всем пока-пока!